Физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» по улице Красных партизан 7 идет ремонт. Напомним, социальное спортивное учреждение со светопроницаемым куполом было построено в Серпухове в 2010 году. В настоящий момент в рамках муниципального контракта на объекте меняют покрытие пола. Здесь выполняется демонтаж старых стяжек, разрушенных, устройство наливных полов и укладка спортивного линолеума для спортивных игровых зон, это 1170 квадратных метров. Мы сейчас уже производим уборку, выносим строительный мусор, который образовался, производим уборку уже выметания под метлу, так называемую. Дальше мы будем непосредственно пылесосить всю поверхность, полное обеспыливание, будем делать грунтование поверхности, производить устройство наливного пола, и после этого уже укладывать линолеум. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Звезда» ведется по графику. В планах завершить работы до конца августа.